Почему в школах не преподают психотерапию? А зачем? Ну вот у меня вопрос, зачем? Учитывая нашу систему образования, зачем в школах преподавать психотерапию? В школах и не преподают, как общаться с противоположным полом, а это базовый навык. То есть мне нафиг не нужна ни химия, ни физика в сущности в жизни. А как с другими строить отношения, вот это мне по-настоящему надо. Но, на мой взгляд, вообще у общества нет задачи выпустить в свет свободных людей. Это невыгодно. Невыгодно. Экономически невыгодно. Соответственно, тебя в какую-то систему ценностную встраивают, общественного договора. У государства свои какие-то цели на тебя. Ну вот посмотрите, государству важно вот сейчас нашему, чтобы ты размножался. Хочешь, ты не хочешь. Вперед. Нам нужны люди. Зачем? А люди — это ресурс. Чем больше людей, тем сильнее государство. И это вступает в жесткое противоречие с жизнью частного человека. Да? Или нет. И пропаганда работает на то, чтобы вот эти крупные идеи и ценности в нас интроицировались, встраивались. Правильно? И повторюсь, это все вступает в жесткое противоречие с моими частными человеческими ценностями, в которых я, например, хочу быть свободным. Я вообще не хочу работать. Выгодно это государству? Вообще не выгодно. Как тобой управлять? При помощи чувства вины и стыда. И этим злоупотребляют и родители, и государство, и школа в том числе. И все системы государственные, в которые так или иначе мы приходим, от детского сада до университета, они построены либо на страхе, либо на стыжении, либо на вине. Но как вы думаете, почему? Ну невыгодно государству, чтобы ты был свободным человеком, отдельным еще. Еще и состоятельным, со своим собственным мнением, и чтобы ты это мнение еще другим там как-то распространял. Но невыгодно это. Государству выгодно, чтобы ты выполнял договор, ну, в смысле, не договор, а чтобы ты выполнял то, что от тебя нужно. Размножался, покупал и не выделывался. Ну да или нет? Но если с массами, с каждым отдельным индивидом пытаться договариваться, на это никакого времени не хватит, так? Ну с каждым, прикиньте, вот в Российской Федерации 100 миллионов человек. Это с каждым поговорить, каждому какой-то довод привести, как-то его понять в его боли, в его сложностях. Но это надо государству? Нет. Ему надо, давайте солдат, давайте людей, давайте ресурсы, давайте деньги, чтобы мы всех победили. Ну как бы государство живет другими геополитическими глобальными целями. И школа, университет, детский сад – это инструменты в том числе, чтобы воспитать вот этот вот винтик или болтик, который во всю эту стройную систему встроился бы. И все, и не выделывался. Еще раз говорю, не выделывался. Поэтому, в сущности, психотерапия – это абсолютно индивидуальный, эгоистичный процесс. Только вы заинтересованы в сущности – в собственном благосостоянии. Вы единственный из всего мироздания, по-настоящему заинтересованный в собственном преуспевании. Вы один. Все остальные попутчики. Даже родители. У родителей свои жизни, у тебя своя. Ты как только пуповина перерезана, все. Ты отдельный. И от и до ты живешь один. Даже если ты с родителями в глубокой связи. И ты заинтересован в собственном благосостоянии. Ты единственный. Даже у родителей другие цели на тебя. Знаете, как родители часто вот там говорят, так, значит, тебе надо пойти учиться, тебе уже пора жениться, тебе уже пора детей рожать. Казалось бы, какая нахер вам разница? Вы живете свою жизнь, какая нахер вам разница, когда я буду жениться, когда я буду рожать детей, когда я буду учиться? Я можно пролежу на диване всю свою жизнь или нет? Или я вам что-то должен дать? Какая вам нахер разница, дорогие родители? Ну как? Ну мы же, а тебе же, ты же, потому что... Неправда. Неправда. Родители не думают в сущности о том, вам как вообще? Надо это, не надо, хотите вы это, не хотите. Так же, как и государство. Плевать. Ты давай главное. Правильно? Ну, короче, вы единственные заинтересованы в собственном благосостоянии. А в школах не преподают психотерапию, потому что цели другие. Неинтересно, чтобы ты был свободный, умненький человек. Нафиг это никому не надо.